Уже, брат. О, а дайте столик какой-то, маг. Я, блядь, с собой рыбы наберу. Этой хуйни, как она называется. Рыбы. Ну, блядь, штрудели. О, нихуя, столики. Тыкаю. Можешь с двух сразу брать. Давай, пачку с этого, пачку с этого. Сука, не заслоняйте. Вот так, вот с этого и с этого. Все, 100 штук набрал, нахуй. Поточу. Че там, Авилаша тут нет? Ну, пуляй его. Авилаша, пуль. Бля, давно не был я совал. Че тут с гильдией загнулось уже? Онлайн 3 человека в гильдии, блядь, лол. Нихера себе. А раньше рейдили. Ну, так. Лича убили, блядь. И на X5 ушли, блядь. Не знаю. Блядь, вот нахуя на X5. Кринж. Нахуй лич, думаю. Да хули тяжело людям просто, понимаешь? Столько нервотрепки там. На профе вайпаемся, на седре вайпаемся, блядь. На леди вайпаемся, блядь. Они хотят же все с первого убивать за полчаса, блядь, все проносить. Как всегда, блядь. Ну так, если что, можете там мельком мою совую смотреть. Это насчет пулов. Китайцы, когда этот ульда вышла, гильдия Старс, они сделали на пожарника 1000 пулов. Это пиздец, а. Это жесткая хуйня. Хуя они отбитые, блядь. А поэтому какие... в будущих какие... этих патчах и сделали попытки на боссов, чтобы, блядь, измором не брали. Да, китайцы берут измором, нахуй. Сидят, забуряются на неделю, блядь. Хавчика берут, блядь, берут бутылку, чтобы поссать, и все. Дошираков там, блядь. Да-да-да. Тазик, чтобы посрать, блядь. Не, там у них, знаешь, система переработки воды, короче. Сразу в рот. А, ты про унитаз. Про унитаз этого, как он называется? Билла Гея? А, Билл Гейтса. Мягкое от жидкого отделяют, да? Ебэ. Дичь. Сидят так. Недельку и по кайфу уже. Короче, это на сову чарка моя, нахуй. Можете там забыть, блять, про сову. Ой, это... такой хей. Так у нас нет. Ебать, прикольно. Вот я сова. Так и сейчас чарки-то не привязаны особо, так что. Главное, да. Просто шмотку трофейную. Не, ну если вот. Будет чарка какая-то на сову, то надо это сове. Да нафиг крутить там по 50. Так что про. Так что про свои спеки забывайте сразу, там. У меня тут мейн сова. Тут, конечно, 3 спека 260-х. Мишка Геру мы ограничите на вул. Так что, блядь. Это супер секретное супер оружие, блядь. Если вдруг хилов, танков Чё... не будет, я захожу. Что ты на сове будешь с нами рейтить? Да почему? Ну я думаю, на леди надо. Если мы хотим ее вообще убить. Что-то вот дикое. Когда дойдем, тогда и заметишь. Ну, кстати, можно быть проходку сделать вон там у ДК. Вон тот, который. Вон тот ДК. Да сделай. Вон тот, какой-то ДК. Что проходка? Ну, чтобы в Геру у него была проходка целая. Знаешь, и вон тому присту там 25-ку надо. Вон тому крайнему. Ой-ой-ой, блядь, я второго скину. Дай массакрой, наверное. А, вон, Т4 еще, наверное. Они вроде не должны шотнуть, эти пидоры. Ну, там сейчас миликов будет пробивать, вот этот пидор крутиться начнет. Сейчас, смотри, вихрь будет крутить. Это, кстати, информация еще, кто не слышал. Отбегите, 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 убьет вас сейчас нахуй, убьет же, блять, вихрь крутится. Отбегите лучше. Чарка ДГшная, если не работает, то трансмог снимите с нее. Вот я про это говорил, 2 хила сдохли, забегайте быстрее. О, нихуя, моб сорвался на меня. Жестко, жестко. Забегайте вон. Чарка не работает, и что там? Чарки не работают, если трансмог есть на них. А, круто. Хорошо, что я не на всех или что? Могут не работать. Но у меня не работало, пока я трансмог не снял.
Прикольно. Мне кажется, трансмог это какая-то болезнь. Сейчас в нем. Что а. Надо для ЦК Герб? Проходка. Да, 25 обычка. Так, давай подумаем, кто там будет у нас с фиолетовым бафом. ДЦшник и... Тыкни меня, пока думаешь. Угу, тыкнул. И этот. Так. Блять, кто он? Так, ну первая, вторая, и два человека. ДЦшник и... Кто там сможет, блять, побегать на рендже? Я ебал, что-то на своей бедность. Блять. Айновен побегаешь? Уф, фиолетовым дебафом попрыгаешь там? Бля, я не хочу туда идти. Ай, блять. Это кто с... Там вайп-отряд, я не хочу туда идти. Кто с хантов был на фиолетовом бафе? На котором прыгать надо? Давыкин ты был? Или Телара? Давыкин вроде был. А Телара был? Да, да, давай, хорошо, Телара, ты побегаешь. Ну, получается, план такой. Первая, вторая пати слева с танком начинают, с Вилашей. Там велики. И не люблю, там же начинает. И Телара там же начинает. Остальные 13 РДД словят зеленый баф. Тактику, думаю, все знают. На эту парашу. Сейчас посмотрим. Так, блять, а вы рыбу ставили на аутилисте? Так, саппорт пейте. Ну, блять, какие-то буешки. Так, чек на пул. Все готовы. Как каску сняли с друида. Ну бафните еще раз каску на друиде. А да, вот у меня каски, ничего за хуйня. А вот есть. А пристабав где? Веса. Не люблю щиты. Все, пожрите немножко. Все, даю отчет. Давай, наша будет есть. Так, все как надо. Ебать, он далеко. Ебать, ты опять шипишь? Блядь, не полетел. Давайте, блядь, ждем эти гейзеры. Не сдохните по 10 человек на гейзере. Вы это уже делали? Вот гейзеры РДД. Лишники, следующие гейзеры будут на лучах. Ну вот, могу поставить. Ко мне подведите двое. Пэса там, олд. Лежат, чилят теперь. Ладно, давай еще, ладно, хуй с ним. Ну это хуёво, если что, чтобы вы понимали. Ну сейчас будет гейзер еще. Лучи смотрим. Милишники, учёт. Ты чё так положитесь? Это что? Сейчас я скажу, что это такое. Понятно. Это Holy Drink, живу здесь, и Телара. Вот три человека словили конфликт. Holy Drink, живу здесь, и Телара в МДИСе. Да, да. Ну, конфликт стихий, знаете, что такое? Да. Встретились и пошел пиздец. Так, давайте еще раз тогда заново объясним тактику. Может, кто-то забыл просто. Бежим на босса. Подходим, в комнату заходим, только у ворот стойте, чтобы не спулить собаку случайно. Бежим быстрее, не лежит никто. Пока объясняю, там каски и всю эту хуйню баф раздадите. Рыбу там кто ставил? Кто ставил рыбу, кстати? Я. Ага, есть еще поставить? Да, последняя есть. Ага. Ну ладно, давай тогда я поставлю.
Так, вот рыба стоит. Так, объясняю, значит. Вот есть собака. Вот есть решетка под собакой. Вот визуально провели линию через центр комнаты. В левой стороне, слева, это где стоит кружок, там начинают танки милики, 12 человек. С правой стороны, где стоит ромбик, там начинают РДД. Задача этих, это не смотрите на эту хуйню, это хуйня. Задача вот через ромбик, через треугольник и звезду провести линию визуально. Вот. Провести эту линию прямую через комнату, и комната разделится на две части. С правой стороны, где ромбик, РДД. И они не должны забегать на сторону левую, где милики. Что кастует босс? Босс бьет танка, кастует белую хуйню, из-под которого, из-под этого круга надо отбегать. Он не откидывает, как в десятке. Это легко, это для милика. Дальше, он с пула через секунд 5 вешает на весь рейд бафы, которые вы видели уже. Вы должны знать, что делать с этими бафами. Зеленые и фиолетовые. Свой урон они наносят. И либо зеленый, либо фиолетовый. Вот. Значит, баф, который фиолетовый, с ним нужно постоянно двигаться. Либо прыгать, либо бегать. Если вы не делаете этого, если вы останавливаетесь, накапливается стак. На третьем стаке вы получаете стан на 5 секунд. В этом стане вы можете словить луч и вайпнуть рейд от конфликта стихий. Сейчас позже объясню, что такое конфликт стихий. Значит, и значит, милики бегают, прыгают. Если кому-то что-то непонятно, непонятно как бегать, смотрим милики на кружок. Как выходить из лучей. Непосредственно в той стороне. Вся первая, вторая пати, и кто там тусуется, этот самый ДЦшник и хан. Если непонятно как бегать, смотрим на кружок. Значит, РДДшники, вы ловите зеленый баф. Это прямо противоположная хуйня. Не двигаться. Если вы наоборот бегаете или прыгаете, вы ловите стаки. Если вы накапливаете 3 стака, вы ловите дезориентацию на 5 секунд. Эта хуйня тоже чревата тем, что вы словите луч противоположного цвета и будет конфликт. Дальше. Босс кидает 3 способности на людей, на метки. Либо зеленая пульсация, это появляющее исчезающее колечко вокруг человека, вокруг всех. Оно дамажит по хуйне 500. Эта хуйня захиливается, это похуй. Второе, либо фиолетовое это кольцо может, либо зеленое быть. Второе, это гейзер. Это появилось кольцо, и оно не исчезает. Вы как только эту хуйню увидели, что оно появилось и не исчезает, плотное такое кольцо 8 метров вокруг вас, из него через 3 секунды появится гейзер. 15 тысяч урона. Если 0 стаков на вас, вашей хуйни и вашей метки, до 15 тысяч урона. Если стаков больше, урона больше. Если в двух кольцах стоите, не 15, а 30 тысяч урона, с него надо выйти. Все понятно? Все понятно. Либо тучка, если вы где-то в куче стоите, выбежать не можете. Либо какую-то хуйню блинк и так далее. Стоять надо так, чтобы вы не стояли и вокруг вас 15 тысяч человек стояло, что вам бежать 30 километров влево, вправо и во все стороны. Вам надо стоять так, чтобы у вас было место, куда вы будете отбегать от этого круга. И третья хуйня, это вешается метка, как на первом боссе. И это либо фиолетовая, либо зеленая над головой, галочка такая. Вот, эта метка 8 секунд висит на вас и взрывается 70 тысяч урона. Чтобы урон этот поделить, чтобы один человек не сдох, если у него там сейва, тучки, бабла и глыбы нету, то нужно 3 человека, чтобы сбежались к нему. Вот, тогда этот урон поделится. Как только он поделится, появится лужа под этими людьми, с нее надо выйти. Лужа того цвета, какого и метка цвета. И самое главное, конфликт стихии. Лучи вы все видели, сейчас если на лучах непонятно, он из РДДшников, он на вихторку еще, если РДДшники кто-то не шарит, вот тебе ромбик, смотрим на ромбик, если кто-то не уверен, как на лучах двигаться, смотрим на ромбик, и это третья хуйня, эти лучи и конфликт стихий, значит, конфликт стихий это дебаф, который получает человек, вот я допустим, зеленая сова, зеленая метка, и такой подбегаю, блять, Кавилаши нахуй. Он тут стоит, такой, ну вот кто кому-то подбегаю, да, вот Зивандису подбегаю, а вокруг него урон вот этот 500 урона дамажит. Ну, пульсирует там каждую секунду, да. И просто получаю 500 урона. И на меня вешается эта залупа, блядь. Конфликт стихии, блядь, висит 5 секунд. Каждую секунду дамажит по 5000. Но, сука, не только по мне одному, блядь, а по всему ебучему рейду. И весь рейд падает за секунду. Вот все, что вам надо понять. Это выбежать с этой хуйни, сбежаться с меткой, отбежать от лучей и это на лучах отбежать от лучей и не словить урон противоположного цвета.
Поэтому, если вы отбегаете с гейзеров, вы не бежите на противоположный свет, ни на миликов, ни на танка, блядь. Вы бежите в то место, где нету людей с противоположным светом. Ничего сложного. Если вы ловите конфликт, вы вайпаете рейд. Сейчас вайпнули рейд 3 человека. Кто там был? Тилара. Живу здесь. И Холли Дринг. Понятно объяснил? Спасибо вам, пацаны. Вот. У вас так цель. Надеюсь, понятно объяснил. Проверка. Попробуем еще раз. Так. Топа там где-то не готов, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Окей, башим. Сразу Геру. Ну там кто-то со станом стоит, блядь. РДД отбегаем. Сейчас обстрел будет, смотрим. Встали на пустом месте, готовимся выбежать. Прошла хуйня, выбежали. Конфликт словила киса. Вайпнул пол рейда. Ложитесь. Все на конфликт. Бонсай. Акиса и бонсай. Привет вам. Я около чая стоял. Может, пока я что не знаю, как я стоял. Уже все. Да, уже все. Ну давай, открываем полученный урон, смотрим Акиса. Я, кстати, не вайпу. Вот смотри, ты у нас с меткой тьмы, правильно? Ты милик. Но вот эта хуйня в уроне в твоем полученном как бы намекает, знаешь, на что? Вот смотри, читай. Шквальный обстрел, скверный. Как ты думаешь, скверно какого цвета? Правильно, зеленого. Это означает, что ты словил зеленый луч. Как ты его словил и почему? Смотрим бонсая. Он у нас РДДшник. Он у нас нормальный пацан. Но при этом вот эта хуйня меня смущает. Ну я понял, блять. Я отошел, у меня, блять, микро... Я не знаю. Я просто стою, блять, вроде вышел, но приходит шот. Я не знаю, как это работает. Я еще раз объясню. Если кто-то не уверен в том, как надо выбегать с лучей, вы... Два раза сходили сюда, один раз или первый раз здесь. Стойте, не дамажьте, посмотрите на Рарника, кружок для меликов и Вихторку, ромбик для РДД. Вам сразу станет понятно, как надо бегать. Не, появляется... Что значит, подожди, ну что значит не уверен? Ну типа я уверен, что я делаю, я ну, не вайпаюсь. Ну, там. Ладно, вот ну залагал. Я просто задел там типа макро... Блять, хитбокс заделал. А, это ты, Бонс, я думал, это Киса. Да-да-да. Все, просто смотри, сделай так, чтобы ты научился не ловить никогда эти лучи, их нельзя ловить. Да я понимаю, я блядь, не тупой, я их не ловлю. Вот, все, стараемся, это сразу вайп рейда. 10 человек лежит, я не буду бить этого босса в 10 человек. Мы просто побьем, 10 минут побегаем нахуй и по итогу сдохнем. Ну там нету шансов добить. Потому что там стакается баф на увеличение урона входящего. Я еще раз объясню. Этот босс на каждого из вас, он это самое. Вот имя имен и живу здесь. Вы сдохли. Блять, я стер этот рекаунт. От чего вы сдохли? Можете сказать мне? Да, гейзеры, три гейзера ебануло. Портал ставь. А живу здесь что? Чё воет? Потрясающе, наверное, был, он не успел отбежать. Обилка.
Ну, это, скорее всего, гейзер какой-нибудь. Сокрушающий удар, который из-под боссов имела. А, это сокрушающий. А, ну да, белая хуйня, да, надо это самое. Ты хочешь сказать, твоя Е-абилка задела, и ты в этот момент сдох, что ли? Ну ладно, хуй с ним, допустим. Вот, от этой белой залупы надо отбегать. На максимальном рже от собаки надо стоять бить за милика. На максимальном. Так, все готовы, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Смотрим, там какая-то хуйня будет либо на миликах, либо на РДД. Сейчас готовимся. Вот РДД вышли. Нихуя сложного. Он вышли с лужи РДД. Так. Скоро будет обстрел, готовимся. Вот обстрел, на лучи смотрим внимательно. На ромбик и на кружок. Вот стоим на краю. Прошла хуйня, перешли. Призен конфликт. Его захиливают, он вайпает и рейд в это время. Олд карго конфликт. Как итог, сдохшие лежат 6 человек. Из-за вас. Уходим, да. Давай побьем, еще побьем. Че, блядь, там? Давай побьем. Ебали, что... как увидел Вайда вчера, когда смотрели. Давайте играем, блядь. Миллиметка. Вот призом выбежали. Он тоже, блядь. Спрошение. Я еще раз говорю, порталы ставьте. Блоки. Вообще стыдно. Стоят. Надеюсь, на следующем пуле получше будет. Ля, нормально. ДЦ сдох, нахуй. Метка на тебе была ничего. Ромбик метка. Пушка тьмы. С обстрел смотрим внимательно на лучи на полу. Вышли с луча. Луч прошел, перешли обратно, где пустое место. Вот, не словил, не то конфликт. Видать, бомжи сдохли, остались нормальные пацаны. Ну, блять. Только захива нет. Кто пиздал? Все, ложимся. Перехвалил, но... Ложимся. Заново. Вы... Кто-то, блять, к миликам пошел, решил все-таки исправить. Ники, слышно, кого называл, кто косячил? Все понятно вам? Призом, Олд Карга, убили 6 человек. Вы это поняли? Вы убили 6 человек. Как следствие, мы нихуя не переводим, не убиваем. Ни шанса нет добить. Нихуя сложного. Выбежать с этой хуйни, выбежать с луча. Ну, сдохни уже быстрее, зайди в лужу там куда-нибудь. Сделали красиво, блядь, первые поезда и все, и босс умрет, блядь. И первые, и вторые. Ну и вторые, да. Нихуя сложного. Ты будешь все сделать идеально, чё? Это чё сложно, что? Там, если кому интересно, я это много раз говорил, это, чтобы вы не как слепые котята были, надеялись там на ДБМ, на РЛ, на еще какую-то хуйню. Качай Вуду Абдот. Как настраивать, могу это подробно рассказать. Записываем, у меня список есть дебафов, которые вешает этот босс. Вы будете видеть абсолютно все. Вы будете видеть весь рейд. Будете видеть, кто что словил. Будете видеть, на ком какая метка, блядь. Вы будете все видеть. Из-за этого будете все. Даже кого материть после рейда? Да. Ставлю рыбу. Рыба, блядь, с другой гильдии, если что. Ну, которая развалилась, ну. Ешьте. А на остатках славы первым, да?
Давайте, соберитесь. Немножко позабудьте про свой ДПС немножко. Вы выйдите из хуйни, не словите противоположный урон на луче. Сыграйте, и все. И будет нормально. Так. Кто там, блять? Топа не принимает, как всегда. Да ё чёрт. 5, 4, 3, 2, 1. Это что, фиолетовый цвет с нами стоит? Кто это, блять? Вот на ком вот эта хуйня, шар вот этот? Кто это стоит рядом? Ты с зелеными стоишь? Сука. Ты слышишь, нет? Это лог. Этот. Олд Карга, уйди туда. Ты должен прыгать, двигаться, слышишь? На тебе фиолетовый дебаф какой-то по какому-то хую появился. А на ханте зеленый, нахуй. Блять, ладно, нахуй, пока это объяснять будем. Лог, ты, короче, прыгаешь постоянно. Хан, ты наоборот стоишь. Вы умрете. Конфликты. Миса, давай кинем, наверное. Делайте. Ложитесь. Хант, еще раз напомню тебе, ты начинаешь, вот где стоит этот кружок, слева, где танки, где милики стоят, ты прям там начинаешь. Как только ты фиолетовую тут баф словишь, Тилара, ты уже отходишь. Понял, Тилара? Лок Олд Карга словил фиолетовый баф из-за того, что ты словил зеленый, вы поменялись местами. Он не знает, что он словил зеленый и стоит при этом, а фиолетовому бафу нужно постоянно прыгать, либо двигаться. Смотри, это Олд Карга. Вот я сейчас стоял практически в этой метке звезда, да? То есть я близко не подходил. На меня повешалась эта фиолетовая метка. Это потому что подошел Хант к нам близко, а не с той стороны стоял. Из-за этого вот ты словил. Если фиолетовая метка, мне получается, ну, я для будущего, мало ли такое произойдет. То есть мне надо прыгать, не подходя к людям, у кого зеленая метка, да, чтобы да, да, не да. произошел взрыв. Да, да, то есть на ту сторону перейти. Ну, там не взрыв произошел. Как бы, да, просто надо отойти в ту сторону, где Милика ведет вдоль по стенке собаку. И постоянно двигаться, прыгать, если такая хуйня будет. Но главное вот этот баф на себе успеть заметить. И Хант, еще раз напомню, Хант в кружок, когда вот Милики пойдут с танком в кружок, ты там с ними стой. И уже когда фиолетовый баф словишь, а ты его словишь, если ты будешь там стоять, то тогда ты это самое, это, будешь дальше прыгать. Вот тебе меточку дам смотреть. Я рыбу не ставил, да? Сейчас поставлю. Вырубите. Ешьте рыбу. Проверка. Вихторка. Вихорка. Махорка. А? Да я чё-то. 5, 4, 3, 2, 1. Небеса призывала, скин выбивает. Всё как надо. Хан словил и ДЦшник словил фиолетово. Всё как и было. Чё, без Гера? Геру okay. Обязательно, конечно. Сейчас секунд 10 бьем и потом уже ждем лужи. Вот сейчас эта хуйня пропульсирует, уже начнутся либо на нас, либо на миликах. Эта хуйня ждем, смотрим внимательно. Он на миликах. Минус 4, да? Минус. Так, фиолетовая метка. Давайте сову спасем. Выходим. Вот кому-то портал. Лучи смотрим. Вышли с фиолетового, встали на пустое место. Прошла хуйня, вышли с этой хуйни. Ебать, гейзеры! И конфликт кто-то словил, малефицист словил. Да нет, я не словил конфликт. Просто, ну, типа, скажи Песа, нахуя ты в РДД-зону забежал? Смотри, вот я прыгаю, нахуй, сейчас вот тут. Смотри, где Песа стоит. Ну какого хуя ты стоишь здесь?
У вас вон там вон зоны рвут. Ложитесь, не добьете. Да хуя хп, босс еще. Зайдите в противоположный цвет, как вы любите это делать, быстрее упадет рейд. Юху! Вам нахуя поставили, блять, метку, звездочку и сказали за нее не заходить. Какого хуя вы оказываетесь, блять, на нашей половине? Я вообще вот этого не понимаю. Кто там с миликов меньше всего дамажит? Кот на первом месте, история, рарник, малефицист. Вот, допустим, вы там тусуетесь ближе к собаке и отбегаете налево в угол, где кружок ближе стоит. Все остальные милики, кто меньше дамажит, там, холи, дрин, ну, это твар, отбегайте в сторону, вдаль комнаты туда, в ту сторону. Вот, из гейзеров, из этой всей хуйни. Не к РДДшникам, а в ту сторону растягивайтесь. И потом, когда гейзеры эти проходят, сбегайтесь обратно, собаку бить. Но заранее стойте, то есть одни с левой лапы, те вот четыре челика, кто больше тут с левой лапы босса, вы с правой лапы босса. Вот босс условно, допустим, в кружке стоит, повернутый в стену в ту, и у него есть левая и правая лапа. Вот топовые дамагеры влево выбегают в уголок, а остальные дамагеры вправо выбегают наперед движения собаки. Так, ставлю рыбу. Чтобы вы там не издыхали по 4 человека на этих, на кругах. Я же вам говорил. Или еще раз объяснить. Не стойте в толпе, стойте так, чтобы место хотя бы с одной стороны вокруг вас, либо слева, либо справа, было без людей. Чтобы вы выбегали из круга, который 8 метров. Два прыжка делаем. Дживс есть? Дживс. Знаете, Дживса у кого-то есть здесь. Почему-то большинство миликов бьют его прямо из-под пуза. У него такой фрейдж большой, фрейм, что можно даже от сокрушающего не отбегать и бить миликом. Ну вот. А это называется на максимальном рейнже бить. Все бьют в упор. Может, они не бьют на максимальном рейнже. Они, считай, закидывают гейзер людям, которые бьют под пузом. Люди из-под пуза выбегают, ну, да. А там уже насраны гейзерами теми, кто бьет. Только... Ладно, я еще раз прошу, милики, вам понятно, что значит на максимальном рейнже? Или объяснить? С левой и с правой ноги бить. На максимальном рейнже одни влево, одни вправо отбегают. Вот история, малефицист, Зивандис и Рарник отбегают влево, все остальные вправо. Ленхи хуй знает, ну там поставьте тотем, убегите вообще, почините. Главное, не словите, не сдохните на этой ебучей хуйне, как он называется, на гейзере. Найдите, пожалуйста, я в банке топор не тот взял, сейчас поменял. Готов, Малефисис? У меня суманок надо, я где-то... Да, уже тыкнули. Пришел суман? Да, все пришло. Так. Еще раз проверим. И ваша. Все готовы, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Готовимся, скоро что-то будет в этой хуйне. Либо на миликах, либо на нас, наверное, да. Ебать. Люблю щиты, ты не можешь один стоять, чтобы не сдыхать на этой залупе. Мне просто интересно. Вилаш, а проведи там собаку, у них лужа. Стрелы на лучах, там забыли про босса, смотрим на лучи. Прошла эта хуйня, выпрыгнули. Где-то есть. Вот
что в то время, когда вы выбегали, вы одновременно из гейзера должны выбежать были. Так не повезло вам. Вот побьем еще немножко. Так, метка. Кто это? Лара. Надо разделить урон. И сразу выйти с лужи с этой. Выйдем с лужи. Так, давайте двигаемся потихоньку. Только с баф не забываем. Пробежали немножко, встали, скинули баф. Выбежали с хуйни. Зря ты вставку нажал, нахуй. Отходи от всех. Где ты, Гримсон? Метка, метка, милики, метка. Песа, конфликт. Так, Гримсон, на тебя повешался зеленый баф. Это означает, надо меньше двигаться. Смотри там. Давай побьем немножко. Это вайп, конечно. Может, заново еще? Можно. Да пускай пообучается. От всех ничего не убегает. Углите, может, 14 лямов отбьете. Я в дэшнике немножко назад от них. В черную лужу только не зайдите. Не зайдите в черную лужу. Досягаемые цвета. Сейчас, как обычно, поболтужимся, поднервимся. Ложимся. Просто гейзеры и минус 5. Угу. Вставайте там в лужу, заходите, кто там живой. Все, заходим. ДПС залупа, конечно. У хантов ДПС что-то, блядь. Ну, у Тилары, учитывая, что он прыгает больше, чем у Давакина. Давакин, ты стоишь и так мало даешь. А, ну мы что, еще сдохли? Да, он вместе со мной упал. Пати, завязывайте упадать. Хант, ты вообще нахуй не должен падать. Ты гейзер появился, отпрыг нажал, отскок нахуй, одну кнопку и пиздец. И все, блядь. Ты же сам, наверное, это понимаешь. Рыба стоит. Чем-то, блядь. Я тебе скажу, чем тебя откинул. Тебя лучом откинул, в котором ты не должен стоять. Еще раз напомню, если тебе хуево понятно, что такое лучи и как с них выйти, чтобы не откидывало, откидывают только лучи здесь. Смотришь на Вихторку, можешь прям в него встать, не бить, трай, и посмотреть. Так ты старайся так сделать, чтобы ты не ловил эту залупу. Откидывание луча, блядь. Он тебя откидывает. Собака откидывается, ну раньше по-любому хватает, чтобы собака, не откидывать. Собака не откидывает. Ну в 25-ке оно не откидывает. 25-ке не откидывает разве? Нет, десятки только откидывает. Десятки весь рейд откидывает. Ну, может близко, если прям под собаку станешь, я хуй знает, но РДД не откидывает точно. РДД да, не откидывает точно. Ну вообще вот, а он РДД, он говорит, меня что-то откинуло, блядь. Меликов не откидывает тоже. Ну вот, я про это и говорю, 25-ки не откидывает. От чего? Просто откидывание. От сокрушения? Да. Не, типа само собой. От сотрясающего не откидывает. Да, чё? Не откидывает, что топ взять. 2-1. РДД.
Обстрел, смотрим на пол. Прошла хуйня, перешли. Сука, не спалил, кто это словил, блядь. Полидринг, ты словил? Не люблю щиты, почему нет, ты дохнешь? Не люблю щиты. Так я не знаю, я отлучал уклоняюсь, у меня просто толкает. Всё тихо, всё тихо. Сейчас будем тебя хуесосить. Готовься. Значит, ты не понимаешь, как надо уклоняться. С огромной проблемы. Да что ты накулить там? По бонсаю, ебаните. Алло, по бонсаю кинь. Да, салю. Потрясающий мелик. Давайте в том же духе продолжаем, если дохнуть не будет по 5 человек. Два тела всего лежат, бьем так же. Все то же самое по кругу будет повторяться. Это, блять, ебаная сала. Давайте, милики, аккуратно. РДД на максимальный рейндж от собаки. С миликами не словить урон. Кого? Сдохла Вилаша. Саня, танкуй. Лучи смотрим. Ну танкуй, малефициста хилить. Дай боссу, я в медведи потанчу. Да, вон Зивандису отдай. Зивандиса хилим тогда. Вы сейчас конфликт словим как-нибудь. Пока что не словили. Так, давай смотри. Либо в обратку его там веди, либо уже круг начни. Ну, веди тогда в ту сторону. Как удобно тебе, похуй. Главное, РДД, максимальный рейндж 30 метров от собаки и от людей с противоположным бафом. Там миликов уже 3 штуки всего осталось. Давайте, доиграть можно. РДД 10 живых. РДД главное не сдохнуть. Вот ждем, вот милики отбежали. От этой хуйни. Только с нами не садитесь. Малефицист, да? Малефицист. Хильте, хильте его, блядь. Равники щит. Прожимай этот самый 50 на 50. Айновен, хиль его. Бидон, ставь тотем. ПС агим на ману дай. Бля. Ну чё за хуйня? Ну заберите. Она уже сильно дамажит просто. Да забирай кто-нибудь. Заберите кто-то нахуй. Айновен, бабл там. Забери 500 хп, блять, осталось. Давай, не давай. Бабла нажимайте, Айновен с буряба. Ой, с буряо. 100 тысяч. Добьете, попробуйте. Конфликт на ПС, нахуй. Молодец, нахуй. Да, блядь, 20 зубили же. Бомжи, блядь. На тоненького. На подливе, нахуй. На коляске и на подливе еще вместе, блядь. Сидец, это что сейчас было, нахуй? Это был крик. Ладно, все, это заебись. Ресните его. А, блядь, ебучий на ДКшника, да? Что мне там перчатки надо? Я сейчас посмотрю, что. А че, блять, радуйся, что ты. На это на самый хороший перч. 3% при этом. А че, ты это не поменяешь на все? На свой. А свой что нельзя там утонуть? Тот самый поезд, который вчера бесплатно дропался. Да, кстати. Слушайте, я что-то не вкуриваю. Чарки не написаны теперь? Или мне как-то клиент надо было? Чарка написана. Написано, чарка. Везде написано, да. Ну, вот я линканул, смотрите, вроде прописано. Блять, ладно, давайте по одному буду линковать, вы мне прочитайте, что там за чарка. Вот это огнестрел, кому надо? Там чарки вроде нет. Без чарки. Это я знаю, вон, живу, отдам тебе. Лифцис, тебе же не надо эту хуйню? А, это есть у меня, такие две даже. Ага. А ты, кстати, поезд ты можешь покрутить, чарки. Ну, типа, если ДКшник у Вилаша не нужен, я бы все забрал поезд и покрутил. Вот, на вот этой что написано? На вот этой хуйне? 3%. Угу. На перчатках 97 КСПД, на поясе, сейчас скажу. ДКшник. Это ДКшник поезд. Не, это я возьму себе вот эту хуйню с критом. Ой, такой 3% крита, надо взять. Ну, ступни кожаные плюс к скорости 3%, вроде все. Я правильно понимаю, что вот на вот этой хуйне, которую взял Духас, на ней может быть чарка носовую, если крутить, типа, или не может быть?
Может. Может, может. На кожу не может. Ладно, хорошо. Хотя с духом, наверное, лучше спросить у гэмов. Да, мне тоже, кажется, надо уточнить, а то я буду крутить. На этих плюс 97 КСПД. 90 КСПД? Там же башмаки кожаные нормально. Чё так мало? Ну, типа, повышает силу заклинания 97%. Вот 97 это... просто единицы. Вот эти кисти рук кому надо? Никому не надо? Это какая-то редкость. Вон их торка. Вот как. Вы их реально на Т4 замените? Ну, типа, если крутить, если вдруг там ну, классовая чарка будет. Давай Викторку. Ну да. И если только с этим расчетом. Ну, скрите. Так, вот на этой хуйне что написано на поясе? А, блять, это на ДК, лик смерти, ледяной удар, или наносит 450 урона темной магии в течение 12 секунд. И увеличит так. Урон от уничтожения. Проще говоря, это классовая на ДК. У этой Вилаша ты у нас единственный. На тебе. Так, вот на этой хуйне, что тут? 3% к скорости. Вот это что написано тут? 3% к скорости. Ага, ну все, вот, забрал. Вот на таких вот, наверное, тапках может спокойно тебя. Вот, да-да-да, я это заберу, ровист, эту хуйню носовую. Покручу чарки носовую, сделаю. Он без деса. Короче, на рейд рула пишет эффекты. Теперь. Вот, написал. Мне кажется, на них вероятнее будет, чем на той хуйне с духом. Да, да, да. Вот эту залупу ролить. На тапках точно есть чарки совиные. У меня такие тапки с чарки. 97 них. Жестко. Двум людям, которым она реально нужна. Остальных уже есть, походу. Все, пошли на среднего. Я заблудился. Самый стрёмный. А что надо сделать? Ну-ка еще расскажите. Обновить, удалить какую-то кэш или что нахуй? Вот чтобы я видел надпись чарок, что за хуйня. Что ну, лично я смотрю надписи чарок и с помощью рейдрола. Он мне его сразу написывает их. А вот как на самом боссе я типа начал смотреть, там мне тоже не писало, какие именно чарки. Просто предметы писал. Ну, мне тоже предметы писал. Так, теперь надо подумать, какого хила спекнуть дополнительного. Блять, Зивандис дамажит нормально. Два Эршама есть. Зивандис, давай. Войт, Войт, так у тебя же такие же тапки. Спрашивает Равист. А, в натуре. Ну тогда ему закину. А вот это надо, хуйня тебе, как она называется? Не, наручи я все-таки тогда покручу, потому что у меня наручи-то какие там 45-е, блядь. Ты офигеешь крутить по 50. Блядь. Давай, что, Зивандис, да, спекнешься в этого в дерево? Дружника. Ну только ролить, если что, все равно на кота был. Ну да, конечно, конечно. Так, так как все дохли, там давайте вот рыба. Тактику на этого босса кто не знает. Это второй по сложности босс после собаки. Тот, кто на собаке умирал. Это да. Тот, кто на собаке умирал, смотри. Так, объясняю. Вот есть босс, на нем две фазы. Первая до 50, вторая после. На боссе есть несколько способностей. Первое, он высылает сферы, а они прилетают, в определенного игрока встают. Если с нее выйти, то по всему рейду будет АОЕ, мы все сдохнем быстро за 2 секунды. В нее надо встать и в ней дамажить, пока сфера не исчезнет. Второе, это черный пол. Пол черный начинается либо от босса и увеличивается дальше в рейндж кольцами, либо от входа и приближается к боссу. С черного пола, когда он под вами появился, надо выйти либо вперед, либо назад. Касается миликов, РДД, хилов всех. Значит, дальше он кастует, самое главное, он кастует, сука, как это называется, дыхание, нахуй, просто крутится и дышит во всех тьмой. На эту хуйню надо прохиливаться.
надо прожимать свои сейвы. Вары, для вас, мальфицы, знаешь, защитную стойку нажимаете на эти 5 секунд. Минус 10% урона, это большая помощь хилам. Маги то же самое. Щит маны, камни локов, всю хуйню. Если не уверены, что вас прохилят, прям, блядь, просели, глыбу ебаните, похуй. Локи, заслон от темной тьмы, и при этом нажимаете либо койл, либо похищение жизни кастуете пару раз, если оно сбивается, чтобы немножко под хил вам шел. Шаманы, энхи, с вас цепуха дополнительная. Так, этот, не люблю с Зивандисом, не вас свечность местами. Кому с вас мана? Я на Эдвор, мне пофигу. Ладно, будь тогда в этой. Хотя, знаешь, я тебя кину в пати к этому, блядь. Блядь, кого ж там убрать-то? Сука. Ладно, два носка по скиллу, они пускай. И если что, даже Зивандис, этот, как он называется, на усмотрение, на свое спокойствие друидовское. Вот. Значит, дальше. На этом дыхании оно 5 секунд длится. Все хилы максимально захиливаем. То есть шаманы, цепухи, там не стремайтесь заюзать природную стремительность, вот эту моментальную. Если видите, рейд проседает. Касается бидона, вот гримзола. Так. Паладины, с вас рарник, вспышка света по проку. Ну, приоритет здесь надо не проебать. Не проебать. Реал. Реал, можно сказать? У тебя, смотри, у тебя под дыхание есть 6 масс сейвов. Это ма на тьму дается под дыхание. Да. Это ДК 4-4, масс-сейв от холипала от одного. Просто распредели так, под дыхание. Так, смотри, значит, рарник первый, ты второй. Айновен и этот Буряо оставляете масс-сейв, который масс-сакра. Буряо даешь на свое усмотрение? Буряо нету масс-сакры. Хорошо, я понял. Айновен оставляешь на конец, как мы с тобой делаем. И Вилаша незыбку оставляешь на конец, когда мы заходим в бублики. Когда мы заходим в бублики, сдается массейф от Вилаши и от Айновена. После того, как мы выходим, гимн на ХП будет сдаваться от нелюблю щиты. После того, как мы выйдем с бубликов, гимн на ХП от нелюблю щиты и добиваем босса. До этого я попрошу по команде Песа гимн на ХП. Все остальное делайте, как я вас прошу. Вы захиливаетесь на этом 5-секундном касте, захиливаетесь. Если будете пробовать людей на этой хуйне, мы в 6 хилов, то, ну, блядь, там ни массейвы никакие не спасут. Если ДКшник даст либо на первое, либо на второе дыхание массейв, мы просто в конце сдохнем. Вот и нет, смотри, просто под первое, например, рарник сдает, под второе холидринг ма, под третье дыхание айвен, под четвертое буряо. Там еще можно массакру не парься. Давай сейчас посмотрим, как будет урон по людям проходить. Я уже посмотрю, надо это или нет. Два дыхания первых они засейвливают. Это ты, Вилаша, ты помнишь? Ты, по-моему, не танчил до этого босса. Включай таймер под картой. Поставь себе таймер секунды. На секунде пула, как только ЛПшку, даже в босса, включишь таймер. И смотри на секунды. На 20 секунде босс на тебя будет кастовать вот эту хуйню, которая тебя на месте станет, и вокруг тебя 15 метров будет АОЕшка идти. Обязательно эту хуйню отследи. И на 17, на 18 секунде обязательно смотри, чтобы руны у тебя были на панцирь. Панцирь прожмешь, эта хуйня на тебя не повешается. Там потому что на 25, на 26 секунде будет дыхание первое. Вот, если ты эту хуйню не заэвейдишь, то по миликам будет урона дохуя идти. Вихторка, что это? И потом на 120 секунде тоже. А поставь рыбу, пожалуйста. Ставлю рыбу. На 120 же, да, Войд? Я хуй знает. Ну, каждые 30 секунд по дыханию, а каждые 20 секунд это хуйня. Каждые 20 секунд примерно оно вешается. Ну, там оно сбивается немножко. Ну, типа, ты сам смотри по секундомеру. Я тебе так точно не скажу. Я знаю точно, что первый на 20 секунде, второй там 40 плюс-минус. 40, 41, 42 секунды. Так, проверка. Посмотрим, что как будет у нас по домам. А, ну и самое главное, акули я вам не рассказал. На второй фазе, когда у босса меньше 50 будет, герой где-то на 35-30 будем давать, я буду говорить проклятие. Проклятие и милики, и РДД смотрите в своих дебафах. Проклятие выносим
влево и вправо. На решетке проклятия не оставляем, милики. И самое главное, когда люди с проклятием выходите, один в одном не стойте. Потому что бублики, которые появятся на полу, круглые, они будут крутиться. Они дамажат. Помимо того, что если вы в нем стоите, на вас вешается дебаф, отхил снижается на 80%. Когда вы выносите проклятие, вы его вынесли, вот я бегу выносить, оно появилось в кружке, я с него сразу выхожу, чтобы меня могли захилить, поднять по хп. Когда будет погружение во мрак, будет команда зайти в бублики. Каст 5-секундный, долгий. В бублик надо заходить, который один. Отдавать личные сейвы все, все поглощения, всю хуйню. Камни локовские жрать, чтобы фулл хп било перед заходом. После захода уже будет там има сейв. И самое главное, когда волна тьмы по полу пройдет, только тогда выходите. То есть анимацию посмотрите. Вы выходите и потом уже захиливаете себя, подхиливаете там. А ты назначил людей, которые собак ловить будут? Собак ловит самый дальний человек, в которого они пойдут. Он просто будет двигаться от них. По одной хлопать. Хорошо магу, например, ловить. Да хоть кому, там похуй. Может, мы начнем уже? Давай бить. Начнем. Похуй. Буря-о тут. Феникс ББ всем что заливать собрался? А, блять, это же не моя гильдия. Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Таймер, надеюсь, запустил я ваш. Потому что я не запускал. Черный пол вышли. Сейчас на РДДшников. Либо вперед, либо назад. Освободи тьму. Так, химисы, ауткарды на носках. Посмотрю, урон получен ваш. Да меня походу лучше задевал. Да, вот именно. Ауру тьмы освободите. Так, в танковый вилаш, а в тебя идут, там немножко отойдешь, милики немножко подальше от босса. Похлопаешь их по одному. В конце там зеленку нажмешь, если есть. Ага. Только не торопись особо. Сфера, если еще милики зауешиваем. А, вы же Геру дали. Пол смотрим, черный, выходим с него. Пол черный, вышли. Проклятие. Вышли с проклятия. Вот эти четыре бублика, в них только не заходите, стойте возле одного бублика. Еще одни проклятия будут. И вот проклятия вышли. Кримзол, не люблю щиты, история. Вышли с них, вышли с бубликов. Засрали решетку, все, конечно. Ладно. С бублика выйти, чтобы вас могли захилить. Погружение? Да, было погружение. Да. Ложитесь. Проклятие я вам не сказал первое, блядь, заранее. Просто это, если бы ваша босса не выводил из бубликов, блядь, каждый бублик, сука, под боссом бублика. Не выводил ты, Миша, так он выводил из этого. Нет, нет, нет. Типа, если бы он не выводился, я бы еще раньше сдох. Типа, блядь, бублики кидаются, их никто не выносит, они под боссом, блядь. Сейчас я постараюсь раньше вам сказать. Так, кто там, напомните, Химиса, два носка и олдкарга, да, правильно? Вот эти первые три, которые. Да. Это черный пол, правильно? Я угадал. Да-да. Я посмотрю, чтобы удостовериться в этом в полученном уроне. Но я тебе сразу ответил, что я черный пол, походу, словил. Не ушел, походу. Так, вот, полученным надо посмотреть. Где вы там? Да, взрывающаяся тьма, 20 тысяч. Так, если что, там, напомню еще раз, Химиса, вот карга, взрывающаяся тьма, 20 тысяч, вот оно. Если там
Кто не верит, вот оно. 20 тысяч. Это не отхиливается. Под дыханием не отхиливается эта хуйня. Дыхание захиливается легко этих хилами. Вот этот кто он. А есть Джипс? Кто-то ставил, не знаю, может еще у кого-то есть. Ставлю рыбу. Ешьте. Вон Джипс стоит. Так это получается, это old cargo. Получается, смотри, вот я стоял, да, там буквально шаг сделал, чтобы выйти, так сказать, из этого темного пола. Меня шотнул. Подальше. Там не спастись, или надо... Подальше метров на 5, чтобы ты... Вот смотри, вот допустим, решетка — это черная хуйня, да? Если ты вот так станешь, ты получишь урон. Если ты вот так станешь, ты не получишь урон. Понял, да, примерно? Ну, вот здесь, практически, вот здесь я сдох. Ну, я говорю, подальше отбегай, и ты не получишь вот эти 20 тысяч. Эти 20 тысяч, они тебя шот, блин. Потому что под дыханием тебя хил не поднимет, он не успеет. А дыхание, ну, так, оно захиливается стабильно хилами. Сейчас вот без этих трех смертей и будет получше намного. И в конце короче, еще. Под первое дыхание полидринг сдаст ЭМА. Это дальше распределяйтесь. Хорошо. Ну, первое ты тогда, а второй рарник. А паладины придержите, наконец. Этот самый... Кто он, блядь? Вилаш, у тебя получилось первый словить антимагическим панцирем баф? Или не получилось? Да? Ну все, хорошо. Сейчас тоже таймер включу. Проверка. Только по отчету, блядь. Тела Рахимиса. Даю отчет. 5, 4, 3... 2, 1. Вот сейчас нажимаю панцирь. Блять, кончился даун на тебе, я так понял. Ох, дыхание готовимся. С черной хуйни вышли. Да, лама. Освободил, забирай. Диванди, смотри, если что, спокойствие сдавай на этой хуйне. Вот. Прохиливаем. Так, вторая фаза пошла. Там бомжи пошли. Бомжи, о, там фей. Человек, в которого они идут, справится. Не беспокойтесь за бомжей. Готовимся, когда скажу проклятие, смотрим на свой дебаф и выносим. Не в кучку. Еще раз напоминаю. Смотрим внимательно, скоро проклятие будет. Геро, фулл ДПС. Проклятие. С черного пола вышли, проклятие вынесли. Стоим по одному с проклятием. С бубликов сразу вышли. Вышли, чтобы вас могли хилить. Вот, стоим, бьем дальше. Сферы под боссом залить. Захиливаем, помогаем. Хилы себя не проебите. Все, бьем дальше. Сейчас еще будет одно проклятие и будет погружение потом после него. Проклятие вышли. С дебафами вышли, с мелизоны вышли. Рейндж немножко встали. Бублики появятся, сразу с них вышли. Вышли с бубликов. Так. ПС агим на ХП. С черного пола вышли. Готовим сейчас погружение во мрак. Готовимся, заходим. Не Вилаша не зыбку, а и на Вен Массакру. Зашли. Теперь вышли и добиваем. Ну, ДПСом задавили. Нихуя сложного. О! Протопаловская. А, это что-то не то. Дело. Так. Тройная угроза на танка. Да кому надо? На трансмут. Викторка, у тебя, по-моему, блять. О, роговские плечи. А это на кота работает, нет? Что это вообще? Это роговские. У меня сечарка роговская, какой смысл коту давать? Так, не, вот на этой хуйне, что там за чарка? Ткань, скорость. Три крита. Три крита. Рольте кому надо. Викторка. Бонсай.
ПС. Так, давай бонсай. Дальше, на вот этой хуйне. Кожа, ловкость, ПРП. Чё на ней зачарка? На рогу, да? Это роговская. Да. Так, это рога. Тебе надо? Да. Да, надо. У меня колой как, пояс. Как раз, да, будет? Заебись. Получай. На вот этой хуйне. Следующий танк наносил угрозу. Освещение наносит урона, но и в дополнение к своему это обычному эффекту восполняет 150 здоровья. А, протопало? Ну давай, хули дринк. Так, вот это что? Кожа, крит. Скорость скорости. 3% скорости? Залупа какая-то. Да. На, ровис забирай, пизду, блядь. Мне кажется, я крутить не буду, просто выбью когда-нибудь чарку на сову. Он две десяточки. Ну, я не против, в принципе. Ничего, целкогеру похуй. А кто по спеку этот Зивандис? Зивандис, Скотт. А кто спрашивает? Спек? Я просто спрашиваю. Да кто спросил? Кот. Ой, я его удалил. Короче, следующий босс самый простой считается. Здесь надо три вещи делать. Первое. Диспелить ПЭСа и не люблю. Вы даете диспел, масс диспел по одному разу. Дальше ПЭСа дамажишь, не люблю, это самое. Да, ну, считаю шерит, приоритет. Блядь. А нахуя, блядь. Выйдите с этой... Выйдите. Густая, отрубите, ёбаный. Всё, не ругайтесь. Тотем убейте. Гера скинется. Да, а, точно, у нас еще Гера. Хуй на эту Геру, блядь, выйдите быстрее. Блять, ну ёбаный в рот, петов там своих. Вот. Встаньте тут у ворот, не ходите никуда, блять. Да там кто-то этот, кто диспел поражал, он сразу загрыз. Значит, масс диспел даете по одному разу, дальше это самое. Помогаете додиспеливать рарник с холидринком. Холидринк сможешь подиспелить? Проблем не будет с диспелом. Могу. Вот. Ты, кстати, вопрос, ты это, у тебя фреймы рейда, рейды, блять, фреймы рейда есть? То есть ты любого можешь, или только свою пати видишь? А я через XP-ролл по диспелю. А, ну хорошо, тебя заебись. Это, ну, вы в приоритете как бы, ну, миллизона, да? Ну, то есть они дают два масс-диспела вот этих. И дальше... Я понял. Да-да-да. Они дадут масс-диспелы, и там уже точечно додиспелим. Хэпалы, то же самое. Ну, один диспел дайте, но не заебывайтесь диспелом. То есть у вас нет приоритета там 40 диспелов дать. И дальше хилите спокойно, потому что важнее здесь хилить. Ну, шаманы, соответственно, цепуха. Все здесь ясно, понятно. Значит, три механики на боссе. Первое, зеленый круг под боссом. Милики отбегают, танк отбегает тоже. Значит, что? Да, зеленый круг под боссом. Вторая механика, отвернуться спиной, стать к боссу. Просто отвернулись, стали спиной. Если вы этого не сделаете, то на вас повешается страх и будет загонять вас в лужу. Чтобы этот страх исчез, хилам надо хильнуть вас на 25 тысяч хп. Имеется, ну, для хилов. Если вдруг кто-то проебланит, вы можете его спасти, захилить. То есть пару светов небес закинуть. И третья механика, это метки. Зеленые над головой появляются, как на собаке на первой. Эти метки выносим направо и налево. Вот, где ромб, это право. Где треугольник, это налево. Выносите похую в угол. Две метки, одна в одну можно поставить. Но если там уже две стоит, то еще две туда не несите. Третью можно нанести, только если у вас тучка какая-то есть. Или какой-то серьезный сейв. Потому что вы уверены, что не сдохнете. Так вот, внутри этой метки дамажит. Вот. Все, отвернуться, отбежать, вынести метки. Отвернуться, отбежать, вынести метки. И диспелить. Пиздец, изи босс. В КТ прыгать или в дереве остаться? Будь в дереве, похуй. Не помешает ходки, заебись, здесь нужны очень. Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Башен. Занимайте позицию сразу поближе к стене, чтобы вам было недалеко до нее бежать. Лайфхак. Сразу поднимаем рейд на фул максимум. Метки вышли. Крест череп. Вот метка череп. Кто это, блядь?
Ревист. Чилит стоит, нахуй. Под боссом там слева, если что, отвернули. Пять человек, попробуйте подхилить. Ревист, нахуй, бомж. Крест череп быстро вынесли. Хилы верхилом вас захиливают. Мильки, там смотрите, если что, с левой пятки босса, там это лужа ебаная. Метки вынесли. Отвернулись. Молодцы. И все, эту хуйню по КД повторяем. Отбежали. Метки вынесли. В край метки. Зеленые параши там, блядь. Если вам кажется, места некуда выносить, передислоцируйтесь куда-нибудь. Метки вынесли. Отвернулись сразу. Пэса захильте. Хильните Пэса побольше, чтобы он... Вот. Отбежали. Лужи будут исчезать, они по минуте лежат примерно. Не проебите себя, хилы. Метки вынесли. Отвернулись. Гримзол, вставай. Да ты, сука. Подхильте Войда. Сука, я еблан. Вставай, даю тебе инер, ставь тотем. Бежали. Так, холидринк. Ладно, пускай полежат. Метки вынесли. Блять, отвернулись. А на вен резаю тебя. Бидон, ставь тотем. Метки вынесли. Не люблю гимноману. Отрушающий. И Зивандис, залей инер по Эновену. Блять, я на вен захилься. Не сдох. Себя залил. Из чего мы сохранишь? Себя завел, а на вен с бездон вышли с метками. Отвернулись. А на вена подхилим, хилы все подхилим. Вот. Все. Челик, метки вышли. Бежали, мелик. Вернули. Спасибо, пацаны. Метки. Бидон там. Ой, не бидон, призом. Выйди с метки, если ты где-то раз. Че, 500 тысяч. Десятки. Ну, давай диспел посмотрим. Да ладно, на лука выпало хоть что-то. Люблю щиты, красавчик. Ну интересно, сколько. Кстати, мы сейчас на Рависте проверили эту чарку, он работает и на котах. Какую? Так что, какой сможет? Ну вот, которая теневая мотивация. Ну так тогда и плещу королем. Рульте эту парашу. Надо кому-то шаманы там. О, бидон, нахуй, будешь топовым пацаном. Надо было идти. Будешь теперь пиздец. Ванир сосет. О, кримзол кинул. Ты на этот кидал? На топор? Кримзол? Гримзол. Нет, на грудь. А я чё линканул? А, я топор линк. Так, подожди, я не кидал еще. Сейчас. Пояс. Что это? Рога. Пояс рога. Угадал. Вот это теневая мотивация. Точно на кота срабатывает? Сейчас сработал, но скорее всего это пофиксит, потому что это роговская чарка. А может и не будет фиксить, может оставит, пускай. Да, типа, пускай так, оба с инвизом, оба пидоры. Ой. Ну, написано в чарках, что это роговская чарка.
Опять же. Ну, в любом случае. Коты могут реролинуть. Подролну. Все. Все, только коты и ролят. Голова вот это надо кому-то? Снижает количество урона, получаемое от атак по области. На сколько процентов? 6. Ну, кому надо? Чарка, танки берите там. Вот следующее, это на Лока. На Лока это хорошо. Также его здесь закинул. А желательно на какого-нибудь Африка. Вот это, вот это с чем? Вот это Лок. Лок? А как? Испепеление похищения души с вероятностью 20% создадут вспышку скверны. Угу. Ну давай. Маги, поставьте порт в долу. 2 стоит. Еще ставлю. Вулт карга. Спасибо. А там рулетка. И вот это что за чарка? Гурдак. Это, блядь. Эршам. Быстрена какая-то. Эршам, наверное. Это Эршам. Да, Эршам, Эршам. Короче, лужу развивает. Да, лужу разливает по пати. Угу. Заходите в ловушку Джокера. Так, там с рейда не ливайте, сейчас я на ДК зайду, дам этот ИП. О, рандом порт. Да-да-да, куда попадешь, давай. Блять, либо в Долоран, куда тебя нахуй пошли, либо в рандом. У нас шатрат еще есть, говорят, тоже Долоран. Ой, так там еще под город есть. Да. Мира. Куда ж полечу? Давай шатра. История, я тебе сейчас дам этого лидера. Лунный свет. Самое то, пойду убивать игроку. Не кикай друида сейчас. Пока зайду и подам. Да, что-то ты немного перепутал. Я тоже хочу. Так, знаете еще. Будет? Да. Знаете еще, у меня такой вопрос. Что вы думаете, на десятки можно разделиться? Быстро пройти десятки, да? Войт, ты можешь сходить разок, пожалуйста, помочь десятка герам целка? Там 5 боссов осталось. Целка? Я хуй знаю. Блять, если честно. Боссов, если честно, и неохота, блять. 10 боссов? Что-то хуя. Да, там 5 живых. А, 5 ну, слушай, в десятку, да. Бось, какое живых. Замечательное блядство меня засунул маг. Обожаю. Блять, честно говоря. Давай вернусь за тобой, тэпну, куда надо. Так неохота хуярить, это целка ебаная. Ну а кто? Он на свете? Что там за люди и кому там что надо? Дай пати. Мне посох нужен, а истории там, арбалет нужен с лича. А кто у тебя танчит? Типа есть люди, кто кому надо. Кто у тебя танчит, кто хилит? Ну вот это вопрос уже. А, охуенный вопрос. Вот если бы, допустим, танчил и Вилаша, и Рарник... И хилил Айновен и какой-нибудь охуенный ДЦ, то я бы еще подумал. А так, если хоть знает кто. Че там, блять, сколько там? 1400 же, да, я давал за ТТГ? Да. Спасибо, добрый человек. 1400. Я про чё? Вы предлагали сейчас сходить две тюрьмы десятки, правильно? А у некоторых закрыто уже. А. Ну, я закрыл уже. Да, ебать. Ну а кто я не могу сходить еще? Плюсаните в либо в рейд чат, либо в гильд чат, кто. У кого не КД десятка тюрьма, может быть, соберется один рейд. Веса Викторка, это уже 2 ДД. Ну я еще. Три шамана, нихуя себе Химиса. Целых три лока нужно. Ретрик еще есть. Так, у тебя ретрик. Ну, допустим, бидонный какой-то еще шаман похилят. Или прот. Могу и по... Пожалуйста. Танчить. Слушай, ну я вот думаю, у меня вопрос такой насчет Геры. Че у нас там? Надо заубить, убить лича. Там, конечно, там видишь, посох нужен, и арбалет. Да, я не про десятку, я про 25-ку спрашиваю. А еще есть у кого-то это? Больше никому там нахуй ничего не надо. Список, да? Чарок новых. Так вам выложили. Новых нет. Скиньте потом ссылку в дис, чтобы можно было... А что, мы 25-ку не пойдем? У нас еще РТ 2 часа почти нет. Да я не знаю, что это неохота, блядь. Надо уже собирать как-то на манекен людей потестить, если кто-то будет ее... Ну, другие люди, которые больше дамажат там, а не то, что у нас сейчас есть такой состав. Ну смотри, вот визуально, кто был в рейде, допустим, если вот посмотреть, это тебе надо идти на ДК, танчить с Вилашей, мне на сову контролить. И из контроля у нас Зивандис, который вихрь подает в Эрдру, и кот, и сова. Ну, в принципе, реальная связка. Ну, более-менее должно быть.
если там никто не лагает. Все, вот. Ясно, ладно, удачи. Ну, типа, ладно, первый раз убьем, потом... Всем покидала. Потом я же не могу каждый раз на ТК ходить, правильно? Это не, вот. Каждый раз нет, конечно, но надо хотя бы первый раз убить. Мне тоже, видишь, не в прикол заходить на сову, контролить. Не ради того, что контроля у нас нету. И Вадикона что-то нету. Если бы он был, бы вообще бы заебись. Кто-нибудь начал ТТГ собирать? А я что-то хуй знает. Начал кто-нибудь? Я не начинал. Нет. Искал плюсы поставить, у кого нет. Я чисто плюсы поставили и все. Поставили. А пристань это никакого, да? Не люблю щиты, у тебя КД?